Какие предраковые заболевания желудка известны и изучены на данный момент? Наиболее частыми предопухолевыми заболеваниями желудка являются атрофический гастрит, полипы, язвенная болезнь. Это частые заболевания, чем старше человек, тем вероятность их выявления выше. Например, полипы выявляют у каждого шестого пациента, которому выполнена гастроскопия. Причем это в основном случайная находка. При выполнении гастроскопии назначены по другому показанию. Полипы абсолютно бессимптомны, тем не менее, их идентификация является важной, потому что у некоторых из них есть риск злокачественного потенциала развития. То есть о злокачествлении, если говорить. О злокачествлении. По сути, язвенная болезнь в два раза увеличивает риск возникновения рака желудка по сравнению со здоровыми людьми. Здесь присутствует ассоциация с хеликобактерной инфекцией. Известный микроб Helicobacter pylori, с одной стороны, является фактором, провоцирующим развитие язвы, с другой стороны, это фактор риска рака желудка. К сожалению, ряд случаев возникновения рака желудка не связан с каким-либо предшественником, то есть предопухолевым процессом. Он возникает, что называется, де ново. Доктор, скажите, а может ли человек, изменив свой образ жизни, привычный, да, вот для него, защитить себя от этих предопухолевых заболеваний желудка? Частично да, и для этого важно знать, помнить и избегать вредных факторов, факторов, предрасполагающих к развитию этого заболевания. Например, особенности диеты могут предрасполагать к развитию рака желудка. Питание излишне соленой пищей. Соль – известный фактор, который раздражает слизистую желудку. Употребление в пищу продуктов, консервированных солью, например, соленой рыбы, вяленого мяса, овощных солений – это факторы риска. Азотистые соединения, такие как нитраты и нитриты – другие пищевые факторы риска развития рака желудка. Ожирение, курение – это тоже факторы риска развития этого заболевания. Ну и не стоит забывать о наследственности. Наследственность – это тоже фактор риска для некоторых пациентов, для некоторых здоровых людей, ведущих здоровый образ жизни, которые имели родственников, страдавших опухолями желудочно-кишечного тракта. Для них риск развития рака желудка также является повышенным, и идентифицированы мутации в генах, которые передаются по наследству и ответственны за развитие данного заболевания. Смотрите, вот нашли на гастроскопии полип или язву желудка. Это еще не рак. А вот как часто они переродятся все-таки, и вот как быстро это может произойти? Основная модель развития рака – это прогрессия слизистой от хронического воспаления и атрофии к возникновению атипии клеток с последующей метаплазией, дисплазией, и финальным является развитие аденокарцинома. И этот процесс действительно растянут во времени. И не всегда он завершается развитием аденокарцинома. Например, обычный гиперпластический полип имеет фокусы дисплазии менее чем в 20% случаев. Да, риск выше, и чем больше полип, полипы больше 1 сантиметра, имеют более высокий риск наличия там клеток дисплазии. Но сами по себе элементы дисплазии – это далеко не рак. И только у 3 из 1000 пациентов разовьется рак желудка из дисплазии в течение года наблюдения. Хеликобактерная инфекция в 6 раз повышает риск развития рака желудка. Но интерпретация подобных эпидемиологических данных должна основываться на эпидемиологическом риске возникновения рака желудка в общей здоровой популяции. Она крайне мала. То есть она ниже, чем в Японии, например? Существенно. И в итоге при пересчете менее 3% пациентов с хеликобактерной инфекцией имеют риск возникновения рака желудка при наблюдении в ближайшие 8 лет.